Тоси-боси, полетели волосы. Эй, привет! Господа и дамы, девочки и мальчики. Сегодня я хочу сделать обзорчик на вот такую вот фуфломицин от компании Мираторг, чизбургер с сырным соусом из мяса собственного производства. Только разогревать со слегка приоткрытой пленкой. 3 минуты. Разогрел и съел. То есть отличнейшая идея. У меня просто талант превращать еду в дерьмо. Похлопаем. Это такая вот чашка супа. Томатный суп с сухариками по-итальянски. Белиссимо, амиго. Так, сейчас вскроем вот эту. Посмотрим, что тут. Я с этого. Вот, видите, внутри там жоржик, коржик. Слегка открыл и поставим разогреваться в микроволновую дичь. Что за? Так. Высыпаем. Что тут, как тут? Способ приготовления. Содержимое пакета высыпать в глотку, залить кипятком и попрыгать. Шутю я. Добавить кипяток 200 мл. Тщательно размешать, подождать 2-3 минуты. Ну, как обычный бич-пакет заваривается. Зальем. Похлебка. С бадуна жиденького надо все равно. Эх. Пахнет томатной пастой. Такой дешевой. Глютамат натрия. У тебя будут галюны, короче. Ну то, что оно не соленое, это. Ну, ладно. Сейчас мы. И бургер согреется, и это заварится. И вуаля. Все тепленькое, горяченькое. Раз уж супчик мало соленый, берешь, короче, коробочек спишешный. А там солюшка крупная. И так слегка, опа, сверху. Еще шушуть. А то невкусно. Так. Размешаем. Заварился. Давайте глянем. Горячий, зараза. Чизбургер этот. Замороженный. Он, короче, стоит, я уже забыл, где-то в районе 150-170 рублей. Вот так. Его можно и в пятерке купить, и у бабки в переходе. Блин, что-то он это сдулся немного, или кажется мне. Сейчас, он сильно горячий. Кипяток. Так, ну поступим. Я, конечно, по физике полный был, почти отличник. Но лучше, наверное, сделать вот так. Оп. Ух ты, он внизу жидкий, сука. И скользкий. Зараза, блин. Ну-ка, соус. И горячий. Что у нас тут? Так, помидорчик, огурчики. Котлета, сыр и вот этот соус. Я по бургерам сегодня. Ну-ка, сюда вернись. Чуть подостынет. Горячий. Местами. Супчику похлебать. Чашка супа такая вот так вот, если вдруг. Ну, на вкус томат. Ну, сухариками. Ой, хорошо. Кишочком горяченького. Замечательно, ребята. Ну давай уже ты. Телевидение просветляй. Короче, бля. Жижа.
капельки лавы прямо на палец. Да что за дрянь? Тут из тебя течет какая-то. Сверху сильно поджарилась, короче. А снизу мокрая дичь. Это помидор. Это его кожа. Кожа из жопы. Этот. Тужурка из кожи жопы дракона. Не. Дичь полная. Ровно 3 минуты. Это много. Ну, на полной мощности. Сверху булка сильно запеклась. А снизу жижа какая-то. Невкусно. Как будто его ели уже. Блин, я-то жрать хочу. В принципе, котлета ничего вкусная. Но с булкой проблемы, с этим протеканием. А чашка супа зачетная. Это такой борщ на минималках. Ну что же ты, кулема? Меня Кутузов ждет с донесением. Ну, не знаю. С голодухи, в принципе, пойдет. Ну, то есть, если нет возможности, или в городе, допустим, нет у вас бургерной, вот это, типа, как альтернатива. Замороженную купить вот такой. Только жалко, что он уже умер своей смертью. Его и заморозили. Замораживают сейчас все, блин. Бабосы делают на всем, что угодно. А, хрустит даже. Сильно подгорело. Аж высохло. Пойдет. Ты не ты, когда голоден. Батя у меня больше вот так хава. Перца такого острого, жих. И такой. Упорол. Фух, ваше здоровье. Фух, ты еще там попиликай мне. Вы спросите, блин, а что это самое? Что за картинка? Что так темно? А я вам отвечу, потому что я дебил, забыв свет включить. Ой. Ну, в принципе-то меня видно, слышно. Ну и... Ой, всем большое спасибо. Кто не в курсе, делаю объявление. Через 2 дня день рождения канала. Ровно 2 года. 2 года я ерундой маюсь на камеру. Ну, не знаю, может быть, вы что-то посоветуете. Что-нибудь, блюдо какое-нибудь, я не знаю. Только такое, чтобы я ее не готов... У меня нету времени на готовку. Вот. Не знаю я. Торт что-то не хочется как-то банально. О, царского вам рыку. У ленту. Всем здоровья, хорошего аппетита. Не болейте. Сейчас, тем более, ближе к осени, холоду. Одевайтесь теплее, пейте горячий чаечек. Ну и что же, всех обнял.
прям вот так сильно прижал. До новых встреч!